Подрядчиков по осени считают. В Югре начался предварительный отбор организаций, которые впоследствии будут заниматься капитальным ремонтом югорских многоквартирников. Профильный департамент принимает заявки до 19 сентября. Отмечу, подрядчиков ждет двухэтапная процедура отбора. Сначала специалисты сформируют реестр квалифицированных подрядных организаций по видам работ. После этого начнутся аукционы. Такая система в первую очередь должна защитить собственников жилья от недобросовестных подрядчиков.